Раннее утро, сквер Комсомольский, зарядка с послом ГТО Натальей Проскуряковой. Принять участие может любой желающий, главное, чтобы была удобная спортивная одежда. Я в этом плане не подготовился, но думаю, мне это не помешает. Или помешает. Скажи мне, вообще спорт в твоей жизни какое место занимает? Ну вообще спорт — это моя жизнь. Знак ГТО есть? Есть, конечно. Золото. А серебро, бронза? Нет, только золото. Не собрал всю коллекцию? Нет. Значит, бегемотики и киндер-сюрпризы собирал, а коллекцию значков нет. Говорят, что зарядка по будням, она как бы заряжает энергией и все такое. В выходной день это вообще надо? Конечно, обязательно. Побежка утренняя, потому я не делаю, конечно. Ну, я вечером делаю. Как-то себя радуете после физических упражнений, там, покупаете вкусняшки там? Да, ну сейчас купаю. Ну, на самом деле, один раз в неделю можно конфеты кушать. Макс, завтрак еще просто не закончился, утро же. Примерно посчитано, сколько калорий потеряют люди, которые сюда пришли? Ну, в среднем 500 калорий за час обеспечено для каждого гостя нашего фестиваля. Вот, поэтому нужно просто заниматься, пробовать и не целиться в калории, а работать на результат. ГТО – это знак отличия. Ну, потерянные калории – это ведь худоба. А скоро зима, зачем это надо? Худоба – это вообще плохо, лучше быть стройным. Выкрутился. Дети, которые сейчас приступают к сдаче нормативов в шестилетнем возрасте, они за свою жизнь могут получить 11 знаков – бронзовых, серебряных или золотых. Но если у вас уже есть серебряный знак, и вы хотите все-таки золото, у вас есть возможность пересдать, улучшить показатели по какому-либо из видов и получить золотой знак. Если собрать все знаки, есть ли по финалу какой-то суперзнак? В настоящее время нет, но мы можем попробовать его инициировать. Вот такая вот утренняя зарядка. Для себя я могу сделать только один вывод. Мне моих сил не хватит на то, чтобы сдать даже на бронзовый значок. Но у меня есть неделя, потому что эта утренняя зарядка лишь тренировка в преддверии областного фестиваля комплекса ГТО, который пройдет 9 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень». Там и увидимся.